Нравится человек. Он нравится делать сейчас, как идут дела в целом. Ну, нравится делать сейчас, это мне всегда доставляло огромное удовольствие общаться с сыновьями. Они у меня достаточно такие, как мне кажется, умные, ну, наверное, как любой маме. Вот. Мне нравится с ними куда-то ходить, мне нравится с ними гулять, мне нравится с ними ездить на соревнования, заниматься спортом. Я люблю себе выделять время покататься на велосипеде. Это мое время, когда меня никто не трогает, я не отвечаю ни на какие звонки. И нравится, ну, сейчас мне очень нравится именно делиться опытом. Это я чувствую, что я после того, как я делюсь опытом с ребятами сейчас с вами, на марафоне, на марафонах в закрытом клубе, я обнуляюсь в этом процессе, и когда я обнуляюсь, ко мне приходит новая иная информация, и это очень здорово, когда ты наполняешься информацией, это чувствуется прямо на физическом уровне, и это очень клевое такое состояние, мне оно очень нравится.